Всем привет! Сегодня сессия стратегического планирования у компании «Лига». Пойдемте познакомлю. Я люблю нашу компанию «Лига». Мы стояли у истоков, начинали работать всемиром в одном кабинете. «Лига» – это компания возможностей. За что я люблю «Лигу»? За то, что здесь можно решать большие задачи и при этом быть активной и самостоятельной. Я люблю свою компанию за то, что она меня познакомила с очень интересными людьми. Моей работе нравится неопределенность. Я бы хотел добавить побольше интересных задач, расширить географию партнерства. На ближайшие 5 лет хочу пожелать компании развиваться с таким же прогрессивным ростом, как мы всегда до этого развивались. Я хочу пожелать Лиге процветания, достижения поставленных целей, реализации проектов. Добиться тех целей, которые были поставлены, именно оборотов 5 миллиардов, расширение компании во всех направлениях, добавление новых направлений. Ближайшие 5 лет желаю идти вверх согласно своему знаку. Мы привлекли огромное количество креативных, смелых, умных людей, которые создают компанию каждый день. Спасибо вам большое. Я создал, вы сделали. Люблю вас, люблю Лигу.